Всем приветики. Хотите, я вам покажу немножко магии. Вот она. Да уж. Такие вот у нас приколы. И причем она не приклеена ничего. Пакет, вернее. Он просто прилипает к стене. Его даже можно и к потолку прилепить. Я его держу в руках, и вот он уже на потолке вообще. Снимаем, кидаем в стену, и он зависает. Вот обычный пакет, ничем не намазанный. Все, начинает терять свои свойства, но уже еще держится. Куда убегаешь? Ну-ка, назад. Все, теряет потихоньку свои свойства. Но все еще может держаться. На стене держится, на потолке уже нет. Но при желании можно опять ему вернуть эти свойства. И он будет держаться на потолке, причем все. И сейчас, опа, падает. Прикольная штука на самом деле. Пакет, прилипающий к стенам, к потолкам. Итак, как добиться такого результата, чтобы пакет прилипал к стенам? Все очень просто. Нужно всего лишь наэлектризовать его. Вот он пакет, тот же самый, он не наклеен ничего, просто обычный пакет. И нужна просто какая-нибудь шерсть. В данном случае у меня есть такие вот теплые шерстяные носочки, которые, кстати, были куплены в этом пакете. После того, как когда я достал их из него и кинул его куда-то, на стул, они покалетели на стул, прилипли к... пакет покалетел на стул, прилип к стене, и тогда я понял, что он наэлектризовался. И мы, чтобы еще раз такую штуку повторить, просто берем любую шерстяную вещь и делаем вот так. И теперь, когда он наэлектризуется, он уже к моей руке липнет. А мы только с одной стороны его наэлектризовали. А если с двух, то тогда он уже даже к руке прилипает. Вот если взять его, он уже к руке магнитится. А к стене так он вообще легко магнитится, потому что она ровненькая, просто рука немножко снимает. Ну, по руке уходит немножко этого электричества, которое собирается здесь. А по стене не уходит, и поэтому к стене оно хорошо липнет. Но в данный момент вот оно и за рукой тянется. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедова.